Ну а еще сегодня Владимир Путин дал старт полномасштабному освоению Хросавейского газового месторождения на Ямале. Это было в режиме реального времени. Президент сделал это из Кремля. Наш канал вел прямую трансляцию. Месторождение принадлежит компании «Газпром». Добытое на нем топливо пойдет и для внутреннего потребления, и на экспорт. Мы сегодня даем старт новому, очень большому проекту компании «Газпром». Приступаем к полномасштабному обустройству перспективного, крупного хросавейского месторождения на полуострове Ямал. Хросавейское месторождение откроет новые горизонты для развития отрасли, для укрепления нашего экспортного потенциала и для дальнейшей газификации самой России. В целом для роста национальной экономики. Запасы месторождения огромные, 2 триллиона кубических метров. Вместе с Баваненково это почти 7 триллионов. Такие колоссальные объемы на годы вперед гарантируют надежность и безопасность поставок энергоресурсов потребителям. Конечно, еще предстоит большая, очень сложная работа по обустройству месторождения, но уверен, что наши специалисты, как всегда, справятся со всеми задачами на высоком профессиональном уровне. Я желаю вам новых больших свершений и всего самого доброго. Уважаемый Владимир Владимирович, прошу дать команду на выдвижение техники с Баваненковского на Хросавейское месторождение. Начинайте. Внимание! Колонне начать движение на Хросавейское месторождение. В колонне более 30 единиц техники. Это бульдозеры, самосвалы, экскаваторы, трубовкладчики, плетевозы, вахтовые автомобили и сварочный агрегат. Вся эта техника нам необходима для первоочередных производства работ на Хросавейском месторождении согласно плану на 2019 год. Для оптимизации затрат принято решение по максимальной унификации проектных решений для Хросавейского месторождения с теми проектными решениями, которые применялись на Баваненковском месторождении. Это установка комплексной подготовки газа мощностью 32 миллиарда кубометров. Это дожимная компрессорная станция мощностью 150 мегаватт. Надо подчеркнуть, что на освоении Хросавейского месторождения будет использоваться оборудование только отечественного производства. Для поставки газа с Хросавея будет построен газопровод длиной 106 километров, диаметром 1400 миллиметров. Он придет на Баваненково, а дальше газ Хросавея будет поступать в систему магистральных газопроводов Баваненково-Ухта. Проект разработки Хросавейского месторождения рассчитан на 108 лет. А это значит, что газ на Хросавее будет добываться до 2131 года.